Вологде началось строительство новой дорожной развязки в районе моста 800-летия. Новая дорога поможет разгрузить движение по улице Зосимовской, Предтеченской, мосту 800-летия. Подробности смотрите в нашем следующем материале. Подготовить площадку, перенести коммуникации, обустроить насыпь. Все это предстоит сделать строителям уже в этом году. Сейчас ведутся подготовительные работы. Прокладываем новые коммуникации, выноска сетей, делаем ливневую канализацию, водопровод новый. 6 человек, экскаватор работает, бульдозер работает, каток работает. Подготовительные работы к строительству дорожной развязки от моста 800-летия к выставочной площадке малоэтажного домостроения – это практически шаг по реализации грандиозного проекта «На сон город», который объединит туристические объекты от памятника 800-летия Вологды до выставки «Вологодская слобода» в единый, удобный для туристов маршрут. Основная задача – это развязка у моста 800-летия, чтобы дать возможность как разворота транспортных средств, так и проезда беспрепятственно и выезд с Причистинской набережной в сторону моста и обратно. Часть средств на строительство важного транспортного объекта выделена по федеральной программе развития внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации. Еще часть поступит из областного и городского бюджетов. Нам выделяется пока вот строчка в федеральном бюджете 80 миллионов в этом году, 10 миллионов, которые уже пришли, и 70 миллионов в следующем году. 10 миллионов выделяет областной бюджет, у нас должно быть обязательно условие софинансирования, и 16 миллионов местный, городской бюджет. Напомню, что проект «На сон город» получил поддержку на федеральном уровне. В июле 2013-го руководителю федерального агентства по туризму Александру Радькову его представили губернатор области Олег Кувшинников и глава города Вологды Евгений Шулепов. Соглашение еще знак. Вологда для нас является одним из ярких примеров очень удачного и эффективного реализации принципа частного партнерства в туризме. Потому что те проекты, которые уже реализуются, которые будут реализовываться, они осуществляются с большим привлечением небюджетных инвестиций. Туристическая программа «На сон город» начала реализовываться в Вологде с 2010 года. Она включает в себя несколько этапов. Это и создание выставки деревянного домостроения «Вологодская слобода», и развитие инфраструктуры в границах деревянного города «На сон город», строительство гостиничного комплекса «Дворянские усадьбы» 19-20 веков. Общая стоимость проекта – более 20 миллиардов рублей. Всю территорию привести в порядок с мостами, с дорогами, с рекой, да? С инфраструктурой, то есть гостиницы, магазины, там, музейные, увеличение музейных территорий мощностей. Проект деревянного домостроения возле моста 800-летия уже воплощен в жизнь. Следующий этап, помимо строительства транспортной развязки у моста 800-летия, это возведение моста через реку Вологду в створе улицы Некрасова. Иван Волков, Максим Тышковец, Вологда Портал.